Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд». Ми будемо говорити про туристичні тренди 2013. Гість нашої студії Ольга Юденко, член Асоціації лідерів турбізнесу України і директор туроператора. Вітаю вас, пані Ольга. Насправді, зараз дуже багато пропозицій від різних туроператорів, від турагенцій. Насправді, наскільки змінилося цього року якісь пропозиції, напрямки порівняно з минулим? Що нового з'явилося? Можна сказати, що туристичне меню обновляється і якими-то новими направленнями. Це відбувається кожен рік, це не може не радувати. В принципі, є якісь нові направлення, але тренди, направлення, туристические предпочтения туристов в этом году, я думаю, что останутся на прежнем уровне, точно так же, как было в прошлом году. То есть, ну, какие, например? Ну, это, например, ожидается увеличение потока Греции, Испании, стабильно остается на своем популярном третьем месте Турция, подтягивается Болгария, Хорватия, Черногория. То есть все эти направления сейчас в первой там, топ-семерке стран. Египет відійшов чи ні? Чи лишився? Да, Египет, у него есть свои постоянные почитатели, любители, но, к сожалению, это нельзя сказать, чтобы это уже было настолько массовым направлением. А чому так? Адже там и all-inclusive, и гарна погода, все добре нібито. Ну, ситуация в Египте настораживает клиентов, то есть на самом деле все спокойно, на курортах спокойно, вы находитесь на территории отеля, здесь за это можно не беспокоиться, но, к сожалению, немножко отпугивает наших клиентов именно. Якщо говорити про Україну, от одне з американських видань опублікувало рейтинг найкращих у світі недорогих країн, зокрема, Україна очолила цей список. Але чи їдуть до нас туристи чи ні? Це наше досягнення. Перший раз за багато років Україну упомянули в таких мирових істочниках і в списках рекомендованих стран для посещення. Ми цьому безумно, дійсно, раді. Тобто за Україну можна порадуватися. Я думаю, що немалу роль в цьому зіграла наша Євро-2012, яка проходила в минулому году. Слава Богу, поток в Украину, интерес увеличивается. То есть нельзя сказать, чтобы это был какой-то бешеный спрос, бешеный всплеск интереса со стороны иностранных клиентов. Но, тем не менее, запросы идут постоянно. Есть клиенты, есть группы, есть индивидуальные клиенты. То есть, Але частіше куди їдуть? До Криму? Если мы говорим про летний сезон, то да, конечно же, это Крым, а зимой это Карпаты. Ну, кстати, летом интерес к Карпатам тоже в последнее время стал стабильно интересным. Що Крим пропонує? От що можна там дійсно побачити нового і вигідно, щоб не переплатити? Крым в этом году радует тем, что, во-первых, подтягиваются они к уровню, уже стараются подтянуться к европейскому уровню, стараются удовлетворить туристов питанием по системе «шведский стол». Это то, что нравится нашим клиентам за границей. То есть, когда ты стабильно, у тебя питание, завтрак, обед – шведский стол, либо завтрак, ужин – шведский стол. То есть, это тоже. И начали привлекать анимационными программами на территории отеля. То есть, для детей какие-то развлечения, аниматоры, программы для взрослых – различные в течение дня, то есть уже стараются подтягиваться под определенный европейский уровень. Как правило, сами представники туристического бизнеса Крыма ну, закликають всіх на оздоровлення, а не на відпочинок. Але чи можна, наприклад, оздоровитися в інших країнах? Наприклад, Греція, знову ж таки, розвиває цей напрямок. Ну, если говорить об оздоровлении, то, конечно же, Крым в этом плане, что для детей, что для взрослых, что со всеми проблемами, которые только могут быть, это, на мой взгляд, идеальный вариант. А за границей тоже существуют всеразличные спа-курорты, термокурорты, это тоже есть, надеюсь, в зависимости от того, какое заболевание или что вы хотите подлечить. Если мы говорим про Грецию, то, наверное, в Криму все-таки этот спектр намного больше и лучше. А если сравнивать Украину и Грузию, все-таки також Грузия развивает свой туристичную сферу, да. Украина. От вы сказали, что нещодавно повернулися. Да, недавно, буквально на майских праздниках были в Грузии. Если сравнивать, действительно, какой опыт можно взять из Грузии? Только то, как они за 3 года наладили туристический поток в свою страну. То есть они действительно очень большие деньги вложили в промо своей страны. Они рекламировались на всех выставках. Они делали бесплатные пресс-туры для журналистов, бесплатные фам-туры для представителей туристических агентств. Они приезжали сюда. То есть они вкладывали колоссальные деньги в рекламу, и это сработало. То есть я вот когда была на майских праздниках, огромное количество туристов практически со всех стран мира, то есть разные языки, и они все это успевают, и гостеприимство, дружелюбие, посмотреть есть что.
немножко стало обидно за Украину, потому что у нас тоже есть что посмотреть. У нас такое же огромное количество храмов, достопримечательностей, красивых городов, но еще не настолько у нас это все развито. Еще говорить по цінам, скільки приблизно треба при собой мати, аби поїхати в Грузию, принаймні, ну от літом, не на травневі свята, вже зараз. Ну, если мы говорим о экскурсионном туре, то есть, например, Тбилиси или плюс регион Кахетия, то групповой тур может вам где-то обойтись 4-5 тысяч гривен на человека. А если сравнивать, например, с поездкой до Туреччины? Або, ну, так сейчас от средний ценник где-то порядка 6-7 тысяч гривен. Это Грузия это эконом-вариант? Ну, это потому что, как правило, на экскурсионные туры они едут на выходные дни. Плюс, да, добавилось огромное количество рейсов непосредственно в столицу Грузии, Тбилиси, и существует конкуренция между авиакомпанией на рынке, соответственно, они немножко снижают цены. От стосовно дійсно авіаперельотів, наскільки прогнозовано якісь непередбачувані моменти цього року? Які заходи були здійснені турагенціями все-таки? Чи збільшився потік, ну, вірніше, увага до страхових якихось моментів, чи ні? Серед туроператорів, турагенцій. Ви знаєте, предугадати невозможно, що касається з перевозчиков авіа і турагентств. Тобто, тут тільки рекомендації к туристам прислушуватися і вибирати внимательно туроператора і турагента, через якого ви заказуєте тур. Читайте внимательно договори, смотрите, скільки на ринку знаходиться туроператор, турагент, відзиви клієнтів, стабільність даного вибраного вами туроператора. Ну і, звісно ж, сравнивайте ціни. Тобто, якщо у вибраного вами туроператора цены намного значительно ниже, ну, это, чем у других. То есть это такого не может быть постоянно, об этом стоит задуматься. Да, может быть какие-то скидки, акции, промо на какую-то там одну конкретную дату, одно конкретное направление, когда есть горящие предложения. Но если это входит уже в обычное русло, то это не может быть. Наскільки більш безпечнішим буде круїз, наприклад, ніж авіаперельоти? І наскільки вигіднішим? Круиз вы имеете в виду на теплоходе по какому-нибудь Средиземному морю, да? Так, например, так. Ну, если мы говорим про круизы, то опять-таки туда еще нужно, если мы не говорим о выходе из наших украинских портов, а за границу нам нужно долететь. Вы знаете, круизники – это особый тип туристов-путешественников. То есть у них есть свои почитатели. Есть люди, которые после одного раза настолько влюбляются в круизные путешествия, что из года в год они бронируют и причем планируют свой отдых за год, за полтора вперед. Потому что если мы говорим о хороших, пользующихся популярностью круизах, то они закрываются где-то за… продажи закрываются за полгода, то и за год вперед, наперед, то есть как бы популярные маршруты путешествия. Есть люди, которые один раз поехали, влюбились и только выбирают только этот вид отдыха. Есть люди, которым не нравится. То есть здесь, наверное, нужно попробовать, чтобы понять, оно ваше или нет. Вот еще такая новина появилась, еще с 22 травня посольство Чехії видає візи для лікування та відпочинку. Наскільки легко буде отримати такі візи, на який термін? Ну, во-первых, здесь нельзя сказать, что они будут выдавать всем подряд. Конечно же, безусловно, здесь есть какие-то ограничения. То есть вы уже до этого должны были посещать страны Шенгена и не нарушать никакие правила визовых въезд в другие страны, если у вас были до этого предыдущие Шенгены. Внимательно будут смотреть ваши документы, действительно ли вы едете на лечение, действительно ли вы едете по туризму и как бы, насколько долго ваша поездка, какой уровень и так далее. То есть сказать, чтобы это было легко? Нет, это не легко, но тем не менее, спасибо им большое за то, что они пошли нашим туристам навстречу, особенно туристам, которые туда часто едут лечиться. Им постоянно необходимо там раз, два, три месяца обновлять свою визу. Здесь уже будет какое-то упрощение. Взагалі, наскільки легше стало нам отримати шенгенську візу? Пов'язано з недавніми політичними подіями? Ну, во многие страны действительно спасибо большое, то есть идут визовые страны навстречу, шенгенские страны навстречу, особенно, знаете, это связано с странами, в которых увеличивается наш турпоток, это та же самая Греция, та же самая Испания, то есть здесь консульства стали более лояльными к нашим клиентам, именно к туроператорам, к списку документов, требуемых на подачу. Из каких стран все-таки порадуете начинать свою визовую историю? Для когось це буде Туреччина, але все-таки це не пов'язано з відкриттям шенгенської візи. Да, якщо ми говоримо про шенгени, то, пожалуйста, найпопулярніше направлення в цьому році – Греція.
Саме з Греції, так. А скільки разів треба поїхати до ось таких от країн, Греції, наприклад, щоб потім легше було потрапити до Німеччини, Франції, Італії? Там можна хоч один раз. Тобто... Але скільки треба чекати, аби відкрили візу в Європу? А віза для туроператорів на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про Грецію, відкривається в течение робочої неділі. А в інші країни? Каждая страна по-разному. То есть, если вы открываете через туроператора, та же самая Италия и Франция, это порядка 2 недель. Испания где-то тоже неделю выдерживают сроки. Где-то так. Для тех, кто не хочет ехать, або немає змоги, для подорожующих Украину, какие поради будут, какие новые, можливо, напрямки вы порадите, от, как директор туроператора, какие найпопулярніші? Ну, нового у нас в Украине ничего не открылось. То есть, летом мы всегда рады вам рассказать про Крым, про новые отели, про новые санатории, услуги, лагеря, детские лагеря, которые уже начинают работать буквально с 1 июня и принимают первых клиентов. Ну и, безусловно, это наши Карпаты, Львов, то есть добро пожаловать. В чому змінився дитячий відпочинок цього року? Бо я знаю, є і з англійським напрямком. Добавляється, каждый, да, то есть каждый год, каждый лагерь пытается сделать что-то новое для того, чтобы привлечь к себе клиентов. То есть добавляется, например, лагеря с носителями английского языка, то есть где с вашими детками будут разговаривать исключительно только на английском языке. Либо есть лагеря, которые там вплоть до там, 6 утра, до 6 вечера расписаны кружки, программы, то есть чтобы дети не были предоставлены сами себе. Есть, наоборот, лагеря такие свободные, свободные, то есть ребенок сам выбирает, что он хочет отдохнуть, либо он хочет пойти на какой-то кружок. Есть наши стандартные лагеря, как бы недорогие, туристическое меню очень большое. Насколько взросли цены для детей? Вы знаете, цены остались на прежнем уровне, если мы говорим про детские лагеря. А почему так? Адже скрізь ціни зростають, виходить, що якість трошки може постраждати зараз? Я не думаю, просто, может быть, растет тоже конкуренция среди детских лагерей, и, соответственно, они стараються сильно не повишати стоимость для того, щоб видержати ценову планку. Ну, я думаю, що всі встигнуть купити путівки. Да, время далі. Ще є. Да, я вам дякую за ваші поради, спасибо, дякую, що прийшли. Вам гарного літа, гарних відпочинку. Нагадаю, гостею студії була Ольга Юденко, директор туроператора і член Асоціації лідерів турбізнесу України. Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал «Рада».